Постановку пожарной безопасности покажут в городах Югры. Инициатором проекта выступил театр кукол и актеры «Теремок» из Ханты-Мансийска и департамент культуры Югры. Спектакль рассчитан на воспитанников детских садов и младших школьников. Куклы из папье-маше, яркие декорации, красочные плакаты показывают детские игры, которые могут привести к печальным последствиям. А главный персонаж Кузьма объяснит ребятам последствия шалости с огнем и необдуманных действий при пожаре. Гастрольный театральный тур проходит по 10 городам Югры.